Здесь нормальные дорожки были, зелень постоянно, лавочки убирали здесь. Здесь было хорошо. Сквер «Лунный свет» появился около 20 лет назад и сразу стал популярным местом для прогулок. В 2008 году его украсили газонами и декоративными кустарниками. Сегодня от былой красоты остались покосившиеся лавочки, разрушенная тротуарная плитка и неработающий фонтан, полный мусора. В таких декорациях и речи нет о приятной прогулке. Мы живем рядышком тут в Яшме, гуляю с дочкой. Вот. Ну, у нас, собственно, двора нету, нам больше гулять негде, только здесь. Здесь тоже ребенку заняться нечем абсолютно, даже вот вышли с самокатом, покататься невозможно, потому что вся плитка щербатая, тут пешком-то тяжело идти, не то что на самокате. Альтернатива для прогулок есть, только не так близко. Но местных жителей больше расстраивает не это, а сам факт того, что их уютный парк буквально на глазах превращается в развалины. Года два назад посадили яблоньки, очень хорошие, они хорошо принялись, то есть было весной, очень красиво, очень уютно. Но среди такого, извините, как вы видите, неблагоустройства, выглядит это все очень плохо. Мы хотим, чтобы нас услышали, то есть нас сделали хотя бы что-нибудь для того, чтобы мы просто приходили, как бы отдыхали, чтобы наши детки игрались и дышали хотя бы воздухом нормальным. 5 лет назад, после визита специальной областной комиссии, администрация округа получила предписание восстановить пешеходные дорожки. Однако в городской казне денег до сих пор не нашлось, сообщили нам в отделе обустройства и эксплуатации рекреационных зон администрации Старого Оскола. Но и на спонсоров особо рассчитывать не приходится. 3 года назад, когда началось строительство торгового центра «Лунный», владелец магазина вроде бы обещал благоустроить территорию сквера. Но, как говорится, слово к делу не пришьешь. Торговый центр уже 2 года работает, а парк продолжает разрушаться. Жителям юго-западных микрорайонов остается завидовать жителям новой части Оскола, где практически в каждом квартале есть свой оазис – чистый, зеленый и просторный. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Ирина Чуликова, 9 канал.